Так, пацаны, я снова с вами. Наиграл я в этой игрухе 1300 часов. И до сих пор никак не наслажусь. Очень интересная игруха. Но как-то надо ее все-таки бросать. Блять, кнопка автоматически нажимается. Поэтому сейчас у меня последняя игра на выживание до максимального уровня. А потом удаляю к чертям собачьим. А спасибо подписчикам, кто подписывается на мой канал. Я даже видел, комменты ставят. Про мат никто ничего не сказал. Значит, продолжаю в том же духе. Хотя сейчас хотят вести закон насчет мата в соцсетях. Но, как всегда, я думаю, количество законов не всегда способствует их выполняемости. Так, я вообще туда иду. Вроде туда. Так. Там просто есть две херовины. Одна это собачка. Ну это ладно, хрен с ней. А второй камикадзе. Вот этого суку надо как-то не подпустить к себе. Так, есть там, по-моему, третья сука, которая стреляет ядерным мини-зарядом. Так, ну я не про этих собачьих говорил. Хотя они тоже как-то меня вроде не замечают. Пиздец, маха. Слепая собака. Ладно, а потом оставим. Где еще одна тварина, блин? Я уже их не особо боюсь, потому что у меня уже 24 уровень. И с первого раза они меня уже не загасят. Хотя их и много. Ладно, не буду собирать все. Так, что я говорил, да, там у одного типа ядерный минозарядик, да? Честно говоря, точно не помню. Последний раз в эту игру играл где-то, наверное, полгода назад. Ну, в смысле, перед тем, как стал записывать. Этот козел вечно хочет спать в неподходящий момент. А ладно, хрен. Раз. Так, сорян, что-то позавис.
Сейчас нормализовалось. Играем дальше. Вот здесь, кстати, и пригодится наша снайперка. Пока шороху наводить не буду. Все-таки где-то тут можно этот казеныш. С ракетой, блядь. Его надо бы как бы в первую очередь убрать. Ни хрена не наблюдаю будет. Да-да, они пробиваются хреновато. Ага, пошла ракета, не вижу. Убил. Заебись. Так, кожа камикадзе. О, сука, я упустил. Блять, надо дёру давать так. И там собачка бежала. Блять, какой ты стремный. Вроде опасности больше нет особой. Тех мы и так потом перехреначим. Побалую. То есть почему побалуем? Постреляет дробовиком. Потому что у нас пистолетик самый сильно прокачан. Дробовик тоже пиздатый, конечно. Но слишком долгая перезарядка. Все, они успокоились, меня не видят. Так, где этот гад с мини-зарядом упал? Где-то там наверху, блять. Залазить опять нафиг. Просто у него это мини-заряд ядерный. А ладно, насрать. Его можно продать за хорошие деньги. Ну, либо стрельнуть. Каким ядерным взрывчиком, блядь. А, вроде вот он. Взяли. Теперь сейчас будем расстреливать других. Так, пожрать надо. Вроде
вроде никого не видим, да, больше? А, вот он. Есть, светится, внимание. Значит, где-то еще один. Вижу. Блять, а он что, эту взял? Не, с кувалдой. Они, бывает, подбирают этот оружие, блядь. Если один выронил ядерную ракету, вернее, блядь, ракетное оружие, он может его поднять и тоже стрелять. А это у них с этим осторожней. Я уже несколько раз лопухнулся на этом. Так, ну вроде больше никого, да? Я всегда подбираюсь только с этой стороны. Почему, не знаю. Мне так удобнее. То есть я там могу затариться, спрятаться, зайти за скалу, а эти неписи пока бегают, подбегают там, застревают. Я их калашмачу. Так, пока туда не пойдем, ничего чистить. Пойдем потом. Вот тут сохранялка есть, кстати. Пойдем сохранимся. Блять, опять что-то похватил, сука. Ходим опять, собираем всякую хрень, блядь. Пока вроде никого не будет. Куда мы пойдем на крышу? Ну, по идее, можно сходить, конечно, на крышу.
Ну, я, честно говоря, не помню, чтобы там что-то интересное было бы. Хотя, может, ядерный бомб будет? Очень надеюсь на ядерный блок, но, к сожалению, зря я сюда лазил. Да ёпарный бабай, как её открыть-то? В общем, взяли всякую хрень. А, тоже пригодится, наверное. Но это не то, что нам надо было. Может, там он, блин. Так, и тут нету, да? Просто на крышах часто бывают эти, как там, движки какие-то. И в них ядерные булки торчат. Но они не только на крыше бывают. Но на крыше в том числе. Да, ребят, не забываем подписываться, ставим лайки. Здесь нас ждет пулеметик. Есть. Сюда мы вернемся. Это чтобы мне легче было оттуда идти, блядь. Где-то еще должен быть. Ладно, ничего брать здесь не буду, я сюда вернусь. Сейчас походим, все посмотрим. Кстати, можно здесь открыть, да. Блять, лифт называется. Got it. А можно не открывать, пойти отсюда. Кому просто не хочется возиться с замками. Так, вот тут нам надо спустить воду. Всю воду.
Смотри, какая, блядь, поносная нафиг. Говно плавает на поверхности. Блевотина чья-то, блядь. Поэтому пойдем воду сливать. Вот это поваря. Раньше я проходил их хуминами. А сейчас что-то, блядь, то ли глючит, блядь, то ли чего, нахуй. Я не могу включить. Поэтому придется, блядь, без этого. Либо посмотрим сейчас. О, мины появились. Все, заебись. Значит, делаем следующее. Все подконы. Нихуя пидмина не поставил, сука, блин. Раз. Старайтесь ставить как можно дальше от себя. Чтоб в случае нападения вы были подальше от мин. Два. Три. Стоит. Четыре. Так. Хватит, наверное. Сейчас пойдем здесь пройдем. Это чтоб лишние болотники сюда не залезли. Закрыл дверь. Так, вот у нас будет. Так, какая минута, да? Так, про этот момент я говорил, да? То есть там пулеметы. Здесь горючка. Начинают по вам стрелять. Попадают в горючку. Вы благополучно взрываетесь. Ноги мы убили уже сверху, он там заходил. Так, ну вроде все, да, вроде не больше не должно больше быть. Еще горючка, но по вам уже стрелять не будут. Поэтому нам на эту горючку уже насрать. Так, что за журнальчик? Лаборы. Вы сможете строить заборы в своих поселениях. Не, ну вы и раньше могли, конечно. Но тут какие-то специальные заборы. Фигуристые какие-нибудь. Потом разберетесь.
Так ни одного ядерного блока и не нашел. Маловато их, блядь. Так, вот мы опять сюда спустились. Мины поставлены. Раз, два, три, четыре там, да? Потому что оттуда будут бежать, отсюда будут бежать. А эти на всякий случай поставил. Раз, и вон там два, да? Два. Если прорвутся. Так, переключаем на другую хрень. А нет, там будут опять пулеметы. Идем дальше. Так, по идее, тоже не помешало бы поставить мину. Ну да ладно. Я точно не помню, то ли туда, то ли туда, блядь. Да, тут вот такая вот засада будет вас поджидать. Не знаю, пройдете, он вам в спину ебанет. Yes. Я просто вспомнил, куда надо идти. Тут, по идее, практически ничего нет. Сюда не ходить. Так, тут вот здесь он будет еще. Критику я берегу, то есть критический урон. Мало ли будут легендарные болотники. Они как-то рандомно появляются. Вот тут один там, а пулемет здесь. Так, не получилось, что он удрапал. Тут когда как? Когда он сам гасит болотника. Когда болотник успевает убегать. Так, пробавить. Тут нам надо включить вот эту хрень. А да, дальше бывает. Вот один болотник побежал у нас там мина. Он выжил, видите, да? А про это я говорил, что надо было мину поставить. У нас вот там еще одна стоит мина, и там мина. Так, тот готов, тот еле ходит. Легендарный куда-то побежал вниз. Ладно, поехали туда.
Где я раньше стоял, здесь не было. Он бежал ко мне, еще подряд подорвался. Но на этот раз он сбежал вниз. Ага, вон. Блядь, сука, не один. Пять броня, нахуй. Так, половину живки нам снесли. Сейчас она восстановится потихонечку. Может, конечно, зажрать. Но я пока не буду. Я если вам рассказывал, да? Такая, блядь, сука, хуёвая штука, блядь. Ну, сейчас дали все яйца. А так из них вылупляется хрень. Сука, блядь. Читерные, блядь. Их стреляешь, блядь, не с первого раза, блядь, попадаешь. Два пулеметика. Как видим, у меня 25 уровень. У меня установилось. Так, там, наверное, ко мне будет один чмок бежать. Хочет, наверное, взять системную бежать. Ёбаный телефон. Опять херня, бля. Ну, а теперь мы пожрём. Так, ну что, во-первых, у нас... Хотя одной ноге почти пиздец. Так, еще пожмем. Нам, по идее, надо в другую сторону. Комната есть, блядь. Не надо там пособирать. Вот опять глючит, блядь, не отображайся.
Короче, мины появляются, гранаты не хотят. Просто не настроено, да, получилось? Тут еще один пулеметик. Давай походим, посмотрим, что здесь есть. Блять, опять едем на блок. Все, победа дальше. Блять, микрофон лежал на столе. Я не заметил. Так, нахуй мы пошли наверх. Так, извините, никто не появился. Но это потому, что мы тут, блять, активно стреляли. Или тут не было зародышей? Нам осталось еще два выключателя. Вот этот вот уровень воды сбрасывает еще дальше. А теперь запустить главный насос. Вроде больше ничего страшного произойти не должно. Там болотник вроде на нас уже выбежал. Так, где главный насос-то, блядь? Вон что. Что-то не понял я. Вот здесь должен быть где-то. А, вот все. Все, готово. И возвращаемся к Грейберу. Другим путем. Через лифт. Так, кто у нас едет? Буря. Совсем не есть хорошо.
Сейчас походим тут, пособираем. Может, ядерные блоки где есть. Можно сохраниться. Я не буду, но вам советую. Хотя, в принципе, если будете меня смотреть дальше, вы не нарветесь на ловушку. Их тут даже две. Отлично, ядерный блок нашли. Не зря здесь ползали. Итак, ловушка. Первая. Вот она. Поможет тут радостно взорваться. Правда, если нет у вас перка. С перком вы не взорветесь. Сейчас вот вторая ловушка. Вот это рвется. И на вас прямым упором ракета, блядь. И вам кирдык сразу. Ну правда с нашим перком, как и меня. Она тоже не сработает. Ну все. По идее нам осталось возвратиться обратно. Грейгарден. Туда. Сдать крест. Поспать. Сохраниться, позрать, посрать, короче, сделать все необходимое. И можно ввалить на следующий квест.
Раз, раз. Пиздали. Тут нам, он там торгует, по-моему, да, скидку. Теперь мы можем тут всем пользоваться. Поставлю кровать, посплю, короче, все поделаю тут. Поселение поставлю, защиту, потом, да, все такое. Вам это показывать не буду. Разберу мне нужно. Подключусь потом. Как пойдем дальше? Ну ладно, всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.